Партнер выпуска новостей – натуральные снеки «Эст Бали Кешью». Новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов, и вот что случилось в нашем городе к этому часу. Качели бюджетников. Районный коэффициент понизят, оклад повысят. Работники бюджетных учреждений в ожидании. Еще один день в ожидании апелляции по резонансному делу. Несостыковки в деле Пушкарева не дают покоя общественности Владивостока. Но, возможно, финал близок. Танцы и шутки. Что привлекает активную часть жителей? На что мэрия Владивостока выделит почти 2 миллиона рублей? Также в выпуске. Цены вверх. Проезд в общественном транспорте Владивостока подорожает с 30 сентября. Еще расскажем, кто платит за свет, почему Мальдивы близко и как рисовать огнем. Все это в рубрике «Топ-5», но об этом немного позже, а сейчас о главном. Восьмой канал продолжает рассказывать, изменится ли зарплата у краевых бюджетников после перехода с районного на федеральный коэффициент. А именно, с 1 января 2020 года предполагается внести изменения в систему оплаты труда сотрудников краевых бюджетных учреждений. Установить районный коэффициент к заработной плате в размере не 1,3, а 1,2. Изменения коснутся около 30 тысяч сотрудников, врачей, учителей, работников учреждений культуры и социального обслуживания. Администрация края подтверждает, что уменьшение коэффициента не снизит зарплату, поскольку документально закреплено повышение окладов на 10%. Для северных и приграничных территорий размер коэффициента вообще останется прежним. Вчера, 26 сентября, заседала краевая трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Руководитель Департамента труда и социального развития Светлана Красицкая подчеркнула, что принятие нового постановления не лишает работодателей различных форм собственности права по своему усмотрению применять коэффициент 1,3, и работа над документом продолжится. С точки зрения законодательства мы можем сегодня принять этот нормативно-правовой акт, потому что две стороны социального партнерства поддержали. Так вы будете принимать или не будете? Окончательного решения мы пока не можем дать, потому что мы еще посмотрим, подработаем, потому что у нас были и со стороны профсоюза высказаны пожелания, как усилить нормативно-правовой акт, какой нормой. Мы эту норму сегодня дорабатываем. Напомним, что Федерация профсоюзов Приморского края в начале сентября обжаловала порядок принятия постановления об изменении районного коэффициента в Генеральной прокуратуре. Директор Департамента финансов Наталья Снитко подтвердила, что несмотря на разногласия, в проекте бюджета Приморья уже учтены средства на повышение окладов в бюджетных организациях края. К сожалению, вот профсоюзы не поддержали реальный рост заработной платы сегодня тех бюджетных работников, которые... работодателем которых является губернатор. И мы гарантируем рост окладов, а оклады – это гарантированная часть выплаты, которая ни в коем случае в дальнейшем не может быть снижена. Мы своим нормативным актом прогарантировали рост на 10%. В результате этого заработная плата реально должна подняться на 3,125% пункта. Постановление администрации Приморского края об изменении размера коэффициента к зарплате бюджетников было разработано для приведения районного коэффициента в соответствии с установленным на федеральном уровне и коснется только тех бюджетников, что получают зарплату из бюджета края. Тариф на проезд в общественном транспорте Владивостока изменится с 30 сентября. Соответствующее постановление принято 26 сентября. Одна поездка на автобусе составит 28 рублей, на трамвае – троллейбусе и фуникулёре – 20. Автотранспортным предприятиям необходимо время для перепрограммирования оборудования, пояснил начальник управления транспорта Александр Иванов. К понедельнику все эти работы должны быть завершены, а транспортные средства готовы к взиманию повышенной платы. При этом в городе будет усилен контроль над работой общественного транспорта. Автобусы, трамваи и троллейбусы должны быть оснащены системой ГЛОНАСС и терминалами безналичной оплаты. В четверг, 3 октября, состоится судебное заседание, на котором будет рассмотрена апелляционная жалоба адвокатов экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева на приговор Тверского районного суда Москвы. Защита экс-главы и владельца группы компании «Восток-Цемент» настаивает на том, что Пушкарева судят не по тем статьям и требует пересмотреть решение суда. Общественность Владивостока единодушна. Дело Пушкарева тревожит несостыковками. Подробности в следующем материале. Юристы и люди, знающие детали дела Игоря Пушкарева, на процесс благодаря позиции самого обвиняемого был максимально прозрачным, видят в материалах дела несоответствие.
Пушкарева обвиняют не в незаконном предпринимательстве, что было бы понятно. Нет, ему инкриминируют получение взятки, коммерческий подкуп и превышение должностных полномочий. Защита настаивает, в деле имеется массив доказательств того, что в действиях Пушкарева нет состава преступлений по тяжким статьям. Восьмой канал узнал мнение известных во Владивостоке политиков, бизнесменов и общественных деятелей о приговоре по делу Игоря Пушкарева. Вот как оценивает роль Пушкарева на посту мэра и комментирует резонансное дело президент общественной организации инвалидов «Ковчег» Артем Моисеенко. Игорь Сергеевич поддерживает всегда социально незащищенные категории населения. По крайней мере, когда он был главой, он очень много делал для нашей организации. Непосредственно это транспорт с подъемниками у нас благодаря его поддержке стал работать. Причем транспорт возил людей в любое время, независимо, так сказать, выходное ли это, или вечернее время, или рано утром. Поэтому такой службы, как у нас в Владивостоке, больше не было и нет на сегодняшний день ни в одном городе. Как общественник, как депутат в прошлом города Владивостока, я считаю, что польза была очень большая от его присутствия на этом месте как главы города. И считаю, что, конечно, срок этот, который ему назначен, он совершенно не обоснован. И не вижу я смысла, он не какой-то преступник, которого бы можно было, так сказать, заключить под стражу, тем более на такой срок. И, даже по сути нет, я читал информацию, которая выходила и в социальных сетях, и в других средствах массовой информации. Я считаю, что доказательств его вины нет. Наоборот, он приносил большую пользу городу. И нет смысла его удерживать. Считаю, что он мог бы и сейчас, на сегодняшний день, принести большую пользу для жителей города. Напомним, 9 апреля Тверской районный суд Москвы приговорил Игоря Пушкарева к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Бывшему директору МУП «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей. Ранее возглавлявший группу компании «Востокцемент» Андрей Пушкарев осужден на 8 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и штрафом в 500 миллионов рублей. Депутат законодательного собрания от Спасского района и города Спасск-Дальний Александр Бехтер вспоминает, как работала команда Пушкарева, готовив Владивосток к первому саммиту АТЭС в 2012 году. Была проделана грандиозная работа в отношении и облика города Владивостока, и грандиозных строек. И я думаю, что достойно все это было и исполнено. И знаю, что у Игоря Сергеевича были грандиозные планы там, по поводу новых дорог, объездных и так далее. То есть все двигалось, работало, и, в общем-то, у меня самые такие вот позитивные к этому отношения, к его деятельности. Знаю не один десяток лет, и у меня самые приятные о нем мнения и так далее, но я не могу выступать в качестве эксперта, и не знаю и не материалов дела и так далее, но это не мой профиль, так сказать, но с точки зрения обыкновенного обывателя, простого человека и людей, с кем я общаюсь, таких же все, я прихожу к мнению, и все там считают, что это очень жесткий приговор. Если сравнивать, там, это же таких дел там много на самом деле, да, там и с хищениями, и связано с губернаторами и так далее. Но такого вот по количеству лет там такого вот не было. Художественный руководитель Приморского академического театра имени Горького, народный артист Российской Федерации, почетный гражданин Владивостока Ефим Звеняцкий захотел обратиться к Игорю Пушкареву и тем, кто принимает решение по апелляции лично. Дорогой Игорь Сергеевич, я хочу сказать, что разговор мой сегодня, если это не вопль в пустыне, то тогда я буду считать, что он полезен, ибо каждый день, который принесет тебе свободу, час, месяц, неделя, год, это будет подтверждение тому, что я не бесславно сейчас обращаюсь к тем, кто может, крайне серьезно подумав, изменить ситуацию, в которой ты сегодня находишься. И я буду счастлив, поскольку ты человек, создавший здесь свою поэзию, памятники Высоцкого, Солженицына. Поэтому это твой стих интеллигентного, образованного человека.
Еще раз напомним, 3 октября Мосгорсуд приступит к рассмотрению апелляции дела Игоря Пушкарева по существу. Защита Пушкарева подчеркивает, что бывший мэр Владивостока не оспаривает свое участие в управлении предприятиями «Восток-Цемента». Соответственно, за свою работу он получал доход, а не взятки. И направляет внимание суда на ряд нестыковок, которые теоретически могут снизить срок заключения под стражей с нынешних 15 лет. А возможно и отменить решение суда первой инстанции. Общественные деятели и эксперты допускают послабления в деле Пушкарева вплоть до его полной реабилитации и признания его незаконно задержанным. Итог узнаем 3 октября. РИА Владньюз будет вести текстовую онлайн-трансляцию заседания суда по апелляции приговора. Максим Яковлев, новости на восьмом. Банк России приглашает гостей на День открытых дверей в субботу 28 сентября. Такие события стали яркой культурной традицией для национальных банков разных стран мира. В этот день есть возможность прийти в Центральный банк страны, где принимаются важнейшие для экономики решения, получить в доступной и увлекательной форме представление о прошлом и настоящем финансовой системе своего государства, узнать о любопытных исторических фактах и многом другом. Жители и гости Владивостока с 10 утра до 6 вечера в Дальневосточном главном управлении Центрального банка Российской Федерации узнают интересные факты о его работе, увидят, что скрывает инкассаторская машина и как проходит процедура сбора биометрических данных. В детской зоне будут организованы математические ребусы, головоломки и монетный твистер. Самые маленькие гости станут зрителями кукольного спектакля «Финансовые истории». По предварительной записи все желающие могут посетить музей Дальневосточного главного управления, познакомиться с историей российских ассигнаций, а также принять участие в финансовом квесте, который пройдет в историческом центре Владивостока. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, сразу после которой. Танцы и шутки, на что мэрия Владивостока выделит почти 2 миллиона рублей. Кто платит за свет, почему Мальдивы близко и как рисовать огнем? Все это в рубрике «Топ-5». К нам через океан. Соревнования по бейсболу стартовали во Владивостоке. За победу борются топовые мужские команды. Партнер выпуска новостей – натуральные снеки «Эст Бали Кешью». В сердце тропического острова Бали мы производим для вас натуральные снеки. Орехи кешью, гранолу и попкорн. Орешки кешью обладают непревзойденным качеством и свежестью, а бережно собранные тропические ингредиенты – кокосы, бананы, какао-бобы и морская соль – идеально дополняют нашу продукцию, которая не содержит глютен, консерванты и искусственные добавки. Спрашивайте «Ист Бали Кешьюс» во всех супермаркетах города. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Танцы и шутки, на что мэрия Владивостока выделит почти 2 миллиона рублей. Кто платит за свет, почему Мальдивы близко и как рисовать огнем? Все это в рубрике «Топ-5». К нам через океан. Соревнования по бейсболу стартовали во Владивостоке. За победу борются топовые мужские команды. На проведение 3 мероприятий для молодежи администрация города Владивостока готова потратить почти 2 миллиона рублей. По информации Интерфакса, мэрия заключила контракты с 3 победителями закупок на проведение молодежных мероприятий. Всего на эти цели планируется израсходовать 1 миллион 807 500 рублей. О том, как в 2019 году обстояло дело с молодежными эвентами, в следующем сюжете. «2019 год выдался по-настоящему насыщенным для той категории населения Приморья, которая увлечена событиями, любит действовать и не сидит на месте. Речь идет, конечно, о молодежи и об ивентах для нее. Так сейчас называется событийное поле, в котором происходят самые интересные и актуальные события. Взять, к примеру, фестиваль «Владивостокская крепость». Мероприятие начиналось исключительно как интересное для реконструкторов Средневековья. В 2019 году 6-я по счету «Влад-крепость» – настоящая ивент-антология. Здесь и косплей на Великую Отечественную и Первую мировую войны, и лавки с сувенирами и тир-случ. Однако гвоздь программы все тот же – бои на ресталище в полный контакт. Улучшается организация, с каждым годом все лучше и лучше. Появляются новые локации. На 7-м форте места несколько побольше. Локацию удалось побольше раскидать. Опять же, в прошлом году не было так представлены страйкбольные команды. Мастеров, рукодельников больше. Вторая мировая война хорошо очень представлена. Даже поднимитесь, посмотрите.
Организатор фестиваля, как и всегда, Владивостокский клуб «Гарнизон». Из года в год мэрия шла им навстречу, помогала с организацией, однако лишь в шестой раз им удалось выбить место получше. Не на русском острове, как это было раньше, а в черте города. Если точнее, на территории форта цесаревича Алексея Николаевича, более известного как форт номер 7. Однако еще за два месяца до крепости почти в центре города состоялось не менее масштабное мероприятие, носящее название популярного книжного персонажа. Фестиваль в честь ведьмака по имени Геральт из книг польского писателя Сапковского собрал не меньше 2000 зрителей. Здесь упор сделали на косплей и гиковские развлечения. Я Алёша Попович. Дезертир Хоквуд из Dark Souls 3. Это костюм из игры Ведьмака. Фавн, бог полей. Ой, ну, тоже... просто красивый. Что нашел, то я делал. Несмотря на то, что фестиваль проходил под заголовком «Ведьмак», здесь отважные скуэтаэли из книг Сапковского прогуливаются рядом с персонажами американских комиксов. А на сцене, в конкурсе косплея, выступают персонажи из «Властелина колец» и других книжных и игровых миров. Организаторами фестиваля стали местные гик-бизнесмены, держатели магазинов комиксов, настольных игр и другой специализированной атрибутики. Есть огромное количество сообществ, на самом деле, объединено. У каждого свой какой-то руководитель, собственно. Тут есть и «Мама любит дракона», которые вот ведут настольно-ролевые игры. Тут и наш магазин комиксов представлен, и лекции от различных, от Гектория, получается, от лекторов Гектории. Другой игровой фэнтези-мир, только на этот раз не из книг, а из настольной игры, также стал основой для проведения целого фестиваля. Warhammer 40 000 — это сеттинг, в котором далекое будущее — череда бесконечных войн, а игроки берут на себя роль полководцев и стратегов. На игровых столах исторические развалины, сельская местность и даже радиационная пустыня. На 14 полях сражений представители человеческой расы, космодесантники и гвардейцы, жители хаоса, предатели и демоны, некроны — что-то среднее между терминатором и нежитью с примесью древнеегипетской культуры, орки, а также всевозможные инопланетные расы. Как любое хобби, каждый человек ищет здесь что-то свое. Кто-то любит коллекционировать, кто-то любит минки раскрашивать, кто-то любит просто играть. Хочется иногда просто провести время, прийти после работы, допустим, и взять и поиграть со своим дружаней в эту чудесную игру. Гостями фестиваля «Два дня Вархаммера» стали 500 человек. Мероприятие получилось для кого-то еще и коммерчески прибыльным. Один из организаторов фестиваля выставил на продажу настолки и наборы миниатюрных фигурок. В целом, 2019 год вышел богатым на события в молодежной сфере. Однако на этом городские власти не собираются останавливаться. Уже сейчас мэрия заключает контракты с победителями аукционов на госзакупках. Цель – вложить деньги в новые события, где ребята могли бы проводить время с пользой. 1 800 000 рублей – такую сумму выделила администрация Владивостока на проведение грядущих мероприятий, включая День тигра и многое, многое другое. Евгений Черемухин, новости на восьмом. Мы продолжаем рассказывать вам о том, что удивляло, радовало, а где-то даже и шокировало пользователей интернета. Сегодня расскажем и покажем фестиваль света в Германии, новосибирские Мальдивы, а также новый стиль живописи. Рисунок огнем. Все подробности у Дмитрия Беломестного в рубрике «Топ-5». Праздник света собирает в Берлине тысячи гостей. На две недели город превращается в сказку. Миллионы огней и прожекторов преображают город до неузнаваемости. 70 мест столицы Германии становятся частью световой инсталляции, а гости могут перемещаться по городу на специальном автобусе. Во время фестиваля каждый день проходят концерты, световые шоу и марафоны. В следующий раз полюбоваться игрой света можно осенью. Необычное озеро в 10 минутах езды от Новосибирска стало популярным местом для любителей Инстаграм. Пользователи привлекает ярко-бирюзовый цвет воды, за который озеро прозвали Мальдивами. На самом деле водоем является местом для сбора золы и шлака, образующихся при сжигании бурого угля на ТЭЦ. Купание в нем представляет угрозу для здоровья. Искусственное озеро наполнено технической водой с растворенными оксидами различных металлов и солями кальция. На цвет воды повлиял не только ее состав, но и довольно приличная глубина. Почти 2 метра. Боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории UFC. Он нокаутировал соперника всего за 5 секунд. Он одолел противника ударом колена в прыжке.
США на ипподроме соревновались тиранозавры. В забеге на скорость и маневренность приняли участие 25 динозавров. Одному не повезло, и он рухнул, не достигнув финиша. Победил динозавр под номером 13. Забег был организован сотрудниками компании, которая занимается борьбой с насекомыми и грызунами. Студент придумал не только новый стиль живописи, но и гениальный способ заработка. Дэнни Шервин использует порох вместо красок. Сначала он рисует, а затем поджигает. Художник создал сотни необыкновенных картин. Они выполнены на деревянных панелях. На создание одного рисунка уходит до 40 часов. Свои картины Дэнни продает, и стоимость некоторых доходит до $5000. Дмитрий Беломестнов, новости на восьмом. Всероссийские соревнования по бейсболу стартовали во Владивостоке. Матчи проходят на стадионе кампуса ДВФУ. За победу борются топовые мужские команды, большая часть которых представляет Дальний Восток. Подробнее о турнире расскажет Максим Яковлев. Всероссийские соревнования по бейсболу – уже своеобразная встреча старых друзей. Профессиональных команд в нашей стране не так уж много, все друг друга знают. В этот раз спортсмены сошлись на стадионе кампуса ДВФУ. Сменить площадку пришлось из-за глобального ремонта на домашнем поле приморцев – на стадионе «Строитель». Здесь же, на острове, бейсболисты играют с новым уникальным оборудованием. Мы используем переносные конструкции. Мы используем то, чего нет вообще в России ни у кого. Мы к этому пришли, ну, у нас же год, и пользуемся этим. И сегодня, вот вы видите, как это выглядит. Это защищает игроков. Это является обязательной частью игрового поля бейсбольного. Смену площадки опробовали на себе несколько опытных команд, большая часть из которых – дальневосточники. Находка, Хабаровск и, конечно же, Владивосток. Одним из ежегодных фаворитов является целая сборная Приморского края. Здесь бок о бок играют старички бейсбола и молодые перспективные парни, которых скоро повезут на соревнования в Китай. Мы отдаем приоритеты в игре, как бы смотрим на них, то есть по понятным причинам, потому что они у нас в этом году призеры практически всех турниров, поэтому и в Гонконге они тоже заявлены. То есть мы отдаем приоритет все-таки молодежи в этом году очень сильно. А вот хабаровчане и вовсе привезли сразу два состава, и оба молодежных. Поэтому каждая вторая игра на турнире получается своеобразным дальневосточным дерби. Говорят, что эти соревнования станут для них одними из последних в текущем году. Мы посещаем их два раза в год. Либо к нам весной приезжают, либо мы осенью приезжаем сюда, в Владивосток. Ну, самые, наверное, сильные – это Находка на этих соревнованиях. Также вот сильные – это вот эта команда, Приморский край. После всероссийского турнира многие команды действительно возьмут перерыв или уйдут в тренировочные залы. А вот приморцы этой зимой отправятся на международные соревнования в Гонконг, где им будут противостоять бейсболисты из порядка 10 стран. Максим Яковлев, Андрей Толстихин. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Качели бюджетников. Районный коэффициент понизят, оклад повысят. Работники бюджетных учреждений в ожидании. Цены вверх. Проезд в общественном транспорте Владивостока подорожает с 30 сентября. Еще один день в ожидании апелляции по резонансному делу. Несостыковки в деле Пушкарева не дают покоя общественности Владивостока. Но, возможно, финал близок. Большой вклад. 2 миллиона рублей на проведение трех мероприятий для молодежи выделила администрация города Владивостока. Кто платит за свет, почему Мальдивы близко и как рисовать огнем? Все это в рубрике «Топ-5». К нам через океан. Соревнования по бейсболу стартовали во Владивостоке. За победу борются топовые мужские команды. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток.